Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео мы начинаем нашу новую рубрику «Пасека с нуля». Для начала нашего проекта мы сделали заказ в нашем магазине для пчеловода, которого вы увидите в следующих видеороликах. Посылку нам доставил перевозчик InTime, очень быстро и оперативно. Сейчас мы будем ее разбирать и покажем, что же необходимо, какие товары необходимы для начинающего пчеловода. Мы распаковали наши посылки и посмотрим, что необходимо нам для старта пасеки с нуля. То есть мы взяли 4 улья, подставки под улья, это можно покупать, можно не покупать. Дальше мы взяли лист алюминиевый для обивки крыши ульев, купили 4 ящика картонных для перевозки пчел. За пчелами мы поедем завтра к Сан Санычу. Ссылку на его канал мы выложим под этим видео. Потом взяли ващину. Здесь очень, в этой коробке очень много товаров. То есть каждый объясню, для чего мы покупали. Журнал пасечного учета. Для того, чтобы вести пасечный учет каждой семьи. Паспорт пасеки — очень важная вещь, потому что если, не дай бог, у вас произойдет потрава пчел, как в этом году в Украине произошло в многих областях, вы не сможете доказать, что пчелы у вас были. Поэтому и это документ в случае потравы ваших пчел позволит вам хотя бы сделать первый шаг для того, чтобы подать жалобу в суд или в другие, или в прокуратуру, или в другие станции. Также мы взяли полоски как плюс. Это украинский производитель, полностью экологически чистый. Полоски пропитаны эфирными маслами. То есть в меде никак не проявится никакие вещества типа амитраза или антибиотика. То есть экологически чистые полоски. Дальше. Взяли мы прилетные доски большие. Когда установим на улей, покажем, как они работают. Литковые заградители. Взяли пластмассовые. Вот такие, потому что, ну, бюджет у нас ограничен. Не брали мы железные, но я думаю, пластмассовые тоже пару сезонов вытянут. У нас есть наша рекламка, наша газетка, которая вкладывается в каждый заказ, для того, чтобы пчеловоды могли подобрать себе необходимый товар. На первое время просто взяли бюджетные резиновые перчатки, конечно, утеплители и, конечно, вот такие вот замечательные литковые заградители для круглого литка. Что у нас тут еще? Ну, конечно, так как мы начинающие, пчел мы еще боимся, взяли маски и утеплители и холстики. Для чего нужны холстики и утеплители, я думаю, вам не надо нужно объяснять. Также мы взяли рамконос и конечно, без дымаря пчеловод никуда. Завтра мы поедем к Сан Санычу, купим у него 4 пчелопакета Бакфаста. Ссылки на все товары для начинающего пчеловода будут в описании под этим видео. Наконец-то мы дозрели до пасеки. И вот, когда есть помощники, то... Да, мы красим сейчас улья, но когда есть такие вот помощники, то мы можем свернуть любые горы. Да, ребята? Да. Да, девчонки? Вот, вот такие у нас помощники. Показываем Дергачевскую лощину. Посмотрите, какие ячейки. Все, одна в один. Все геометрически правильно сделано. Посмотрите. Класс. Красота. Так, ну что, вчерашний день у нас прошел в заботах по подготовке ульев. Вот такая красота у нас получилась. Также мы вчера съездили к Сан Санычу, купили у него пчел. Спасибо большое, что выручил Сан Саныч. Ссылка на его канал будет под этим видео. Вот. Ну, в дальнейших видео мы будем показывать, как у нас получается водить пчел. После этого видео
я выложу все накладные, сколько и куда и на что потратили мы деньги. Что у нас тут есть? У нас есть вот такой вот огород, огороды. Вот там на горке подсолнечник. Здесь у нас трава, люцерна, экспорцет, но это для кормов, поэтому до цветения никто не доводит. Поэтому можно сказать, что бесполезно. С правой стороны, за этим деревом, там будет экспорцет, но тоже для кормов. То есть цвести он не будет. Сейчас вам покажу, какой луг еще есть. Ну вот, стоит наша пасека, мини-пасека, так сказать. Вот, отошли мы немножко дальше. А вот здесь вот такая огромная территория. Большинство все это луг, медоносами не богат, но какие-то цветы есть. Я думаю, пчелкам тут будет достаточно нектара, и они принесут нам в этом году мед. Вот, ну и плюс тот кормилец для всех пчеловодов подсолнух вот-вот скоро зацветет, думаю, в течение недели. Уже кое-где пошли маяки, я думаю, еще недельку и пойдет хорошее цветение. Ну что ж, переходим к накладным. Так, ну вот, накладная с магазина Улей. Наша первая закупка для нового пчеловода, для нашего проекта «Пасека с нуля». Вот полностью накладная. Сейчас в двух словах расскажу, что же мы купили. То есть дно, 4 дна, 8 корпусов, 4 крыши. Это получается вместе 4 улья. Взяли 2 листа алюминиевых, тоже хватило нам обить 4 крыши. Холстики утеплители на 4 улья, литковые заградители взяли только круглые, взяли только на 4 корпуса, еще 4 корпуса стоят без литковых заградителей. Ну и также то, что входит в набор новичок: вилка, захват, каток со шпорой для наващивания, то есть мы наващивали рамки, скребок, лопатка, стаместка, щетка пасечная двухрядная, нож, дымарь, фильтр для фильтрации меда, маска, лицевая ткань, перчатки, резиновый ящик Дадан. То есть вот эти вот товары входят в набор новичок. Дальше мы взяли еще 30 рамок в сборе сразу с натянутой проволокой, с латунными вставками. Объясню почему. Потому что спешили и так затянулись с этой покупкой, с этим проектом. Поэтому некогда, у нас не было времени для старта сбивания, поэтому пришлось потратиться. Здесь значительно можно сэкономить. В следующем видео мы будем, скорее всего, сбивать рамки и для вторых корпусов. Потому что, ну, надеемся все-таки подставить корпус, что с ними раскачается. Взяли 4 килограмма овощины, 2 использовали, 2 еще у нас осталось для, на 4 корпуса. Потом подставки, ну, это уже, как вам сказать, нам для удобства, для красоты, на этом тоже можно сэкономить. Брали соевую муку на всякий случай для подкормки, но немножко попробовали, все-таки соевая мука необходима весной. Сейчас от нее никакого эффекта не произошло, пчелы ее даже не брали, потому что нектар есть в природе. Заставные доски брали, это на будущее, может, ну, скорее всего, на ближайшее будущее будем использовать для сокращения гнезда. Полоски брали Экоплюс, ну, хотя и брали уже проверенные пчеловоды пчел, но все равно по одной полосочке на семью мы поставим для профилактики. То есть, тем более, это без антибиотика полоски на травах. Ну и прилетные доски. Так, также мы купили, к сожалению, не сохранилось чеков, мы купили 3 литра акриловой краски, хорошей, денег не пожалели. Получается, 3 литра краски плюс красители нам обошлись 400 гривен. И купили пчел. 4 пчелопакета на 4 рамки с расплодом вышло нам 4000 гривен. То есть по 1000 гривен пчелопакет Бакфаста. Ну, это нам Сан Саныч отдал по очень хорошей цене, так сказать, по знакомству. Еще раз спасибо ему за это. Вот, итого, наша первая закупка для старта получилась 12 245 гривен.
Mm-hmm.